Запасы топлива в селе Колымское составляют около 20 тонн, чего хватит на 12 суток. Сегодня в Черский вылетела рабочая группа для решения оперативных вопросов обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и нефтепродуктами Нижнеколымского района и Среднеколымского улуса. Напомним, что напряженная ситуация с запасом топлива возникла в связи с отсутствием автозимника из-за недостаточной толщины льда. В настоящее время ведется служебное расследование ситуации. Завоз осуществляется снегоходами. Также работают два гусеничных транспортера. Среднесуточное пополнение дизельного топлива ДЭС села Колымское составляет порядка 3 тонн. На сегодняшний день текущие остатки дизельного топлива ДЭС села Колымское составляют порядка 20 тонн при суточном расходе 1,5 тонны. Пока мы не планируем снятие ограничений, поскольку республиканский автозимник на настоящее время не открыт. После открытия постоянного дорожного сообщения по зимнику и накопления соответствующего запаса топлива, конечно, ограничения будут сняты.